Постепенно город становится чище. Этому способствуют жители крымской столицы, которые благоустраивают свои придомовые территории. Теперь этот труд будет замечен не только прохожими, любующимися клумбами и цветниками. Администрация города решила поощрить любителей чистоты и ландшафтной эстетики. Эта инициатива идет от народа, и, в общем-то, это правильный подход. Администрация будет постоянно в этом участвовать, продолжать этим заниматься. Ну что, общие, понятно, парки, скверы – это хорошо, но мы должны дворы привести в порядок. Это вот начало этого процесса. Победители получили не только грамоты и благодарности. Администрация крымской столицы в виде поощрения закупила саженцы елей и помогла высадить деревья во дворе победителя на улице Гагарина, 26. Такие вещи, они важны самим началом. Так это получается или не так? Большое вам спасибо от города за то, что вы проявляете такую инициативу. Цель городской программы поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2017-2021 годы – повысить активность симферопольцев и их ответственность за содержание своих дворов. Инициатива граждан приветствуется, говорят власти Симферополя. Чтобы город стал чище, необходимы совместные усилия. Анастасия Донская, служба новостей, ИТВ.